Привет, друзья! Вы на канале Саша Орлова & Co. Сегодня я была на рыбалке, сегодня был чудесный день, и мы решили порыбачить. И наш сегодняшний улов... Та-дам! Вот такая вот красотка. Акула. Поймали акулу. Вот что это за акула? Говорите, пишите. Но у нее такие маленькие зубы, как бритвочки. Передеваешь? Да, походу. Ребят, в общем, пишите комментарии, кто знает, что это за акула. Ну, естественно, я думаю, сразу напрашивается мысль ее разделать, почистить и приготовить. Мы завтра ее поедем готовить. Скидывайте рецепты какие-то интересные, кто знает, как ее готовить. Я надеюсь, она не ядовитая, что ее можно есть. Ну вот, кстати, она без зубов, и я так опрометчиво засунула палец ей в рот, так задержала ее неосторожно, и у меня вот уже... Порез есть на пальце. Не видно, но, тем не менее, не очень приятно. Так что не такая уж она и безобидная, как кажется. Понял, это маленькая. Значит, где-то, блядь, и большая есть. Ну, где-то есть большая, да. Я смотрел ролик, да, пацаны, где-то на лодке под Владивостоком тоже поймали. Акуленка. И спор-то был в чем? Это если, блядь, ребенок, да? Где-то, значит, блядь, плавает большая. Ну, вполне вероятно. Боимся большую, значит? Ну, это какая вообще? Сельдевая. 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 Я все равно за хозяйство кусанет, и что? Вот я говорю, куда, куда потом деваться? Ну что, друзья, вот мы на кухне. Будем пробовать готовить акули стейк. Мы его уже разделали. Это первый опыт мой. Вот он такой. Капает. Будем сейчас пробовать. Мы разделали нашу камбалу, хотела сказать, акулу, вот на такие вот стейки. Мясо очень нежное, очень прям, первый раз такую вообще рыбу вижу. И яркого такого рыбного запаха нет. Мы попробуем, как это будет, вкусно, невкусно, но я думаю, вкусно. Просто посыпали мы солью для первого раза, я думаю, само то, чтобы почувствовать настоящий вкус этой рыбы. Там никакого лимона не стала добавлять. Сейчас отправляем на сковородку. Вот так, трык. Сильно муку я не делаю, да? И на сковороду. Так, быстрее, быстрее, быстрее. Вот так, раз. Раз. Ага. Оу, как она это сворачивается, да? Ну и на вторую партию, да, ставим? Все одно сюда помещим. Сторону ждем. Я думаю, с каждой стороны по 4 минуты достаточно будет. Крышкой накрывать не хочу, чтобы под паром она так не сварилась. Чтобы корочка была очень жареная. Попробуй что-то. Корочку люблю жареную. Вот плюс проживание у моря, да? При море рулит. Акулу можно поесть свободно. И не за бешеные деньги. Вот такие у нас получились стейки. Такие небольшие кусочки. Ну, самец был не крупный. Вторая партия у нас дожаривается. Сейчас будем пробовать. Не переключайтесь. Не забывайте, что можно есть смело. Костей-то тут нет. Но все равно как-то так вот приглядываешься, чтобы не было. Это инстинкт. Вкусно. Не помню, на какую рыбу похоже. Белое мясо. Нежное. Без всяких привкусов. Вкусно, в общем, очень. Угу. Первый раз пробую акулу. Надо загадать желание. И съесть его. Вкусно. У кого нет возможности поймать акулу, идите в ресторан, заказывайте, пробуйте. Очень даже. Угу. Все, камера стоп, продолжаем есть. Из головы плавников акулы мы сварим уху. Нам понадобится, ну вот они, собственно, еще разок. Картофель, морковь, помидор, ну, вот все ингредиенты, которые лежат здесь. Закинем в воду сейчас,
наш деликатес, акулиповые ловрики, и будем варить уху. Не переключайтесь. И вот такая у нас наваристая, вкусная уха из акулы у нас получилась. Друзья, не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, писать добрые комментарии, значок «Поделиться» – это важно, и колокольчик, чтобы не пропустить следующий выпуск. Пишите мне комментарии, я буду вам отвечать. Надеюсь, вам это было видео интересно, полезно. Пока-пока, до новых встреч!